Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовим бургеры на нашем угольном гриле. Для этого нам сегодня понадобится булочки, листья салата, красный салатный лук, помидорчики, соусы два будем использовать, сыр чеддер, бекончик, соленый огурчик и котлеты. Все это доступно, продается в магазине. Сливочное масло. Ну что, начнем, ребят. Для начала зажжем гриль. Брикет для рожика. Оставляем. Пока угли у нас разгораются, подготовим ингредиенты. Булочки порежем пополам. Вот так. Помидоры кружочком. Лук кольцами. Огурчик вдоль. Все подготовили, огурчики нарезали. Салатик мы так нарвали уже листиками. Бекончик у нас уже готовый, порезанный. Мы его поджарим. Ну, котлеты массивные такие вот, готовые. Они чуть ужарятся. Пока ждем угли. Прохладно стало. И чё? Дадим прогреться. Ставим жар максимальный. Гриль прогрелся. Почистим решетку. Добавим соль. У нас она черная. 4 перца. Накрываем и ждем минуты 3-4. Пока наши котлеты жарятся, булочки смажем сливочным маслом. Придадим ароматик. Добавляем сыр чеддер. Булочки. Поджарим бекончик.
достаточно. Все готово. Собираем бургер. Булочку. На ней соус. Американский бургер. Листик салата. Лучок. Помидор. Огурчик. Котлетку. Бекончик. На верхнюю булочку добавим соус барбекю. Так у нас получился бургер. Ну, соберем оставшиеся. На низ соус бургер. Наверх соус барбекю. Листик салата. Лучок. Помидорки. Огурчик. Котлетку. Соус. Так, секундочку. Чуть не забыли бекончик. Накрываем. Вуаля. Вот такие у нас, ребят, получились шикарные бургеры. Пришло время пробовать. Ребят, это очень вкусно, сочно. Правда, конечно, это калорийно. Ну, иногда себя можно побаловать. Конечно, котлетку немножко передержал. Ну, для первого раза готовлю на угольном гриле. Набираю опыт. Если понравилось наше видео, ставим лайк. Не забываем подписываться на наш канал. До новых встреч!